challenge time. И снова всем привет, и мы продолжаем рафт. Мы тут постояли, подышали, поели. Можно идти смотреть, что это за долбанная акула. Я, кстати, думал, что акула будет где-то дальше. Ладно, и я не знаю, с ней что будет, не будет. Надо будет с ней драться или нет. Ну, возможно, так... ее надо будет победить. Воу! Она тут прям плавает. Нет. Я так понимаю, у нее где-то сейчас будут ключи? О! Она не тыкается, если что. Угу. А, ну слушай, похоже, от нее надо просто уклоняться. А я по периметру поплыву. Думаю, она меня там не достанет. Кстати, не так больно. Скорее, больше неприятно. А, о, смотри, она пробила там отверстие. Видишь? Она нас ведет куда-то. Вон передо мной. Ну, это, кстати, его ответ на вопрос, что тут постоянно взрывается, да. Вот я не вижу, где дышать. Вот по центру. А, вижу, да. Ты к тебе. Куда можно выплыть, видимо. Возможно, так, вот доска. Я вообще ничего не вижу полезного. Не нашел. То же самое. Пока что только что можно прятаться, типа в этих вот бочках всяких. Ой, я бочки вижу, кстати. Ой-ой-ой. Тут, видимо, как-то квестово ее надо завалить. Если надо завалить ее вообще в целом. Верное. А, сейчас дохну. Подышь. Она свалила. О, она летит. Ау! Поднять бочку. О, поднять да, бочку. Да, я тоже увидел поднять бочку, когда она мне помогла. А нафиг она мне нужна? Тут что-то, видимо, взорвать, может быть, проход какой-нибудь. Слушай, ты это... Попробуй немножко в стороне побыть. Я хотел с бочкой. Может, мне об нее взорваться надо? Ну, вряд ли. А я попробую. Или прямо перед ней, знаешь, положить, когда она тебя разгоняется. Я попробую положить перед ней. Мне кажется, это метод ее убийства. Либо, говорю, надо что-то где-то поставить, чтобы она это толкнула. О, взорвалась бочка, кстати. Разве? Нет, взорвалась. По-моему, она просто нет. Упала. Это я взорвался. Сварочный аппарат. Надо сократить. Ау! Она меня выпнула просто с локации. И уплыла. И просто уплыла. Может, нам просто им надо было выгнать, пока найти выход? А, и она у тебя появилась. Ага. У меня есть предложение. Возможно, нужно бочку кинуть куда-то... Хрен его знает куда. А, она уплывает и типа выплывает через другой вход. Через отверстие. Может, в отверстие куда-то положить? А, может долбится. Быть. Хрен его знает. Ну, это надо еще плавать, смотреть, потому что с бочкой особо не поплаваешь. Помираю. Я пойду лечиться, короче. Давай, спрячься где-нибудь за углом и вылечись. Ай, нет, все. Он тебя заболело? Да, у входа. Сейчас. Понесу тебя, моя очередь. Да. Ау! А в этот раз что-то она больно ударила прям. Угу. Она мне треть хп сбила. Как хорошо, что когда ты в бессознательном состоянии, тебе не нужен кислород, да? Угу. Сейчас попробую то через вот эту дырку выплыть туда. Как не вовремя дыхалка кончилась, конечно. Может, тебе будет даже быстрее через акулью дырочку.
вылезти. А, нет, ты так смог. Да, тут она открыта. Может быть, она открылась после того, как ты этот открыл. Либо мы не находили просто этот кусок. Я плавал тут. Не смог заплыть внутрь. Ну, было бы нелогично, наверное. Я там тебе даже свечу вперед немножко фонарем. Из-под мышки. Ну, хоть что-то полезное. Е найти кровать. А Е же не найти кровать. Ей-то выбросить. Плыви, плыви, плыви. Акула. Ну а что поделать? У меня пол хп было, так что не страшно. Хорошо, я не успел бы лечиться. Хилку не израсходовал. Да, но с другой стороны, тогда бы не нужно было сюда тащить тебя. Так что двояко. А, все равно надо лечиться. Ну, она там наполовину, по-моему, вылечивает, да. Так, ну я 2 яйца собрал нам на будущее. А, в принципе, я могу взять глину. Так давай побольше сделаем. Ну, столько этих нету, по-моему. Как его зовут? Сот. А более простые, по-моему, спаунить. Ну, это крафтить нет особо смысла. Так, барбекю. У нас есть такой рецепт? По-моему, был. Не знаю. Да, есть. Очень странно, я не знаю. Ты бы в одно блюдо бы закинул бы мясо, курицу, рыбу и грибы. Ну, если бы я хотел кому-то насолить, то, наверное, да. Нет, соли там не было. Так, еду раскидать. Взрывной порошок. А у нас, кстати, достаточно глины. Глины, да, больше проблем в сотах. Так, а... Маленький можно наделать. Или расширять пасеку. Да, вот надо будет. Так. Сейчас, секунду, я выложу все. Важное. Ага. Это предлагаю еще взять покушать. Надежный с мощной батарейкой. Так, ну у меня покушать плюс-минус хватает. Стоит джемом, окей. А, стрелы. Вот я не знаю, может быть лук со стрелами взять. Всякий случай. Возьму. А они под водой работают? Да. И, кстати, где у нас биореактор? А, вот. Ну, как раз пустой. Просто. Угу. Оп. И все готовится. Ну, туда еще мед нужно добавить. Сбоку. Идем. Так. Стрелы есть, лук я взял. Вода есть, еды мало. Надо-то есть. Кстати, есть стрелы. Хочешь, я дам 27 стрел металлических. Фига себе. Давай, будет 50 ровно. Давай, будешь стрелком. Нет, станет 30 и 20. Ну ладно. Так, еда, вода есть. Да. Все остальное вроде бы у нас имеется. То есть можно... Можно все-таки сделать еще один кислородный, наверное. Либо все-таки... Половинки есть. Либо все-таки, чтобы быстрее плавать. Я вот ласты себе, наверное, только сделаю. Потому что что-то водоросли очень быстро расходуются таким образом. Плавать как-то приоритетнее быстрее, мне кажется. А там сам уже, если хочешь, и делай и то, и то.
Обычная батарейка, две веревки, два титановых слитка. Нифига себе. Попробуй сделать фонарь. Мощный да, фонарь. Так, а как... У меня что, кончился, что ли? У меня кончился он. Отстой. Фонарь это твой? Уже? Угу. Быстро. Да. Так. 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 Ну, кстати, надо... Самое только... Становые слитки используются. Надо все вещи, кстати, раскидать тут. Заменить батареи, пусть пока перезаряжаются. Пластика нету. Там внизу его много, если что. Так. Что у нас с водой тут? О, батарея кончилась тут, как я вовремя. Сейчас хотя бы половинчатую зафигачу. На мощный фонарик, по-моему, без разницы, пустая или не пустая батарейка. Обманем систему. Да. Так, две веревки, два титановых слитка. Если появилась новая бутылка, возможно, появятся новые эти кислородные баллоны. Ну, это надо делать бутылку тогда. Ну, чё? Сделай, если надо. Нет, я имею в виду... Кислородный баллон у нас делается из обычной бутылки. Возможно, есть хороший кислородный баллон там. Хотелось бы. Я вижу, как ты жрёшь. Слушай, ты прям этот... Splinter Cell. Да, не буду тратить пока. Так, ну вроде все, можно тогда чапать. Ох. Так, еда, вода, вода. Сейчас попью. Да, я, в принципе, готов. Досыта. Тут еды вообще куча у нас наготовил тут. Великий суп. Если что, вот здесь же еды куча, ты знаешь? Да я знаю, я просто стараюсь лишний раз туда не лезть. А-а-а. Так, ну все, поплыл я тогда, если что, догоняй. Да, я тоже. Лишнее скину, все. Тут, конечно, немножко проблемы с балансом. Очень быстро все кончается. А оно достаточно дорогое в производстве. Ну, помни, как мы страдали поначалу. Мы сейчас просто жируем. Ну, водоросли все равно надо собирать. Остальное это не попадается-то плюс-минус. Кстати, а ты сходил до конца этой комнаты с ловушками? Да, оно меня и вывело просто на шоткат. Да как же ты бьешь меня нагло? Я тебе главное не уклониться никак. Стрельну-ка я в бочку. Топу. А, ты можешь... Да, точно, можно стрельнуть. Блин, я сейчас, походу, помру от обычной акулы. Не надо. Успею залечиться. Вау! Ничего не получилось. Оно ее толкнуло просто и все. Как внезапно. Кстати, да, тут взорвался этот проход. Раньше он был целый. Шорткат. Теперь стрела торчит там, где раньше была бочка, но отлетела. Нафиг тебя, нафиг. Ну, она, короче, не летает, но недалеко. Так, а могу ли я крюком поднять бочку? Что-то мне даст?
А, я под водой не могу пользоваться крюком, да. Можно попробовать ударить, чтобы он ударился об колонну. Не знаю, может, колонны должен сломать. Ё-моё. А толку-то с этого? Не знаю. Обрушится? Ну да. О, сломал. Реально. Только зачем? Может, туда бочку еще? Слушай, требуется взрывная бочка. Там написано, требуется взрывная бочка. Отлично. Вот и решен ребус. Да. Только мы... Как-то странно, короче, это будет тогда происходить. Ну, типа, окей, что теперь? Он должен еще раз ее ударить? Я могу ее поотвлекать, в принципе. Кстати, ох, плохо отвлекаю. Сейчас я попробую ее заманить на взрывную бочку. Я буду сразу класть рядом бочки. Давай. Потому что она на тебя сейчас скорее чагриться будет, потому что ты поблизости. Да. Да, он прям тебя вымеряет, такая типа. Ха-ха-ха-ха. Меня даже не получилось у нее уклониться, кстати. Куда она уплыла, откуда она вылезет? Пофиг. О, о, вылезла. Впереди тебя. Она ударила из-за бочки. Эй, дура, я тут. Концумир. О, она к тебе? Не, ко мне. Эх. Пора дышать. Давай я ее заманю. Оп. Что-то... Она промахивается что-то. Значит, может быть, как-то... Может, теперь взорвать ты ее можешь? Без не нее. Не знаю. Давай сейчас попробуем. Эй. Не хочет так близко это делать. Она а не... может, перед колонной встану? Доктор Эодор. Бу! Нормально. Красиво. О, наверх проход, кстати. Да. Что там? О, тут еще. Тут продолжение банкета, слушай. Так и будем подниматься, по-видимому. И она нам сломала эти, да? А тут дышать особо уже нечем. Ай-ай, больно. Тут есть кислородка посередине. Да, я видел. Мне просто больно. Тихо. Иди сюда. И перед колонной вставай. Слушай, отстань, а. О, нормально. Так, а вот это уже колонна покрепче. Да. А следующую вообще три придется, да? Ой. Иди сюда, иди сюда. Опа, тоже нормально. Хотя, наверное, лучше в одну и ту же, чтобы... Ну да. Отверстие открылось. Биться в обои, мало ли, какую первую она раздолбает. Тут всего две колонны, кстати. Там было четыре, помнишь? Угу. Давай, дружище. О, ага, вижу. А я подышу. Куда она делась? О, вижу. Не знает. Но! Что ты промахиваешь? Перед колодой вставай. Это кто тут промахивается? Сейчас крапа позову. Ау, меня, значит, можно, а... Не, ну, с другой стороны попало же. Не в меня. Что это за... Она хочет тебя. О, вот смотри, она выбила страйк зато, или в лунку меня загнала. Бильярдистка херова. Ты живой? Да. Ой. Не помер. Она иногда вплотную промахивается, кстати. Да, есть такое у нее. О, нормально, поплыли. Плыви, я сейчас подышу и за тобой. О. 3D, смотри, чё. Ну, отлично, а то мы всё в каких-то плоскостях. Ау. Ты был прав, кстати, насчёт толстой колонны. Ну, логично. Ну, хоть не 4 раза. Циферка-то её кажет, сколько раз нужно ударить. Логично. Это не номер этажа.
Это логично, да. Сколько ударов акулы требует колонна. С таким учетом разрабатывалось это здание. Кстати, мы что-то вообще не посмотрели на втором этаже, есть ли что-то полезное, но я не вижу. Идиот, они говорили мне, зачем ты рассчитываешь этот, мощность материалов с учетом удара мощной акулы. Вот тварь. Она промахнулась. Да, зато по мне попала. Где ты промахиваешься, где ты попадаешь? Где оно? Опа. Ау. Иди сюда. Иди сюда, иди сюда, иди сюда. Я она решила свалить. Я тут рядышком положу пока. Она нападает на тех, кто дышит. Ну, потому что легче всего видно. А, тут придумали с колоннами какую-то фигню, да? Ау! Я только вылечился, блин. Тварь такая. И уплыла. Она вообще на меня не реагирует что-то. Дружок, ты где? А действительно, где? Видимо, с третьего входа. Вот, сзади тебе. Во-во-во. Угу. О, опа. Отлично. Нормально. Иди дыши, я заменю дышать, тебя. Да. Тебе пить кушать надо? Да я поел, успел. Ой. А, промахнулся. Я тут. Чувствую я тебя. Вот меня главное нам даже попадать, когда я уже прям у колонны стою, чтобы точно она по колонне ударила. Жаль, крюком. Дышать хотел. Я подышал. Позвал бы меня. О, о. Ну, наконец. Отлично. Давай еще разочек. Ой, поломался. Пока дышу. Давай дыши. Я успею. А, у меня уже баллон кончился. Оп. Ну, отлично. Все. Бочку. Ставь бочку, я приманю. Оставил. Давай. Сложная команда. Теперь ты будешь взрываться. Она на меня. Давайте. Ну, кто бы сомневался. Она в костюмчике такая, видишь. Да чего я тебе сдался? Это акула. Отстань. Кусай ее за задницу. Она вон наводится на меня. Давай пузико почешу. Ах ты, сука. Навелась таки? Да. Где она? Была? Чё? Ах ты ж тварь. Сзади была. Тварюка малолетняя. И уплыла, я подышу пока. Да я тоже. Опа, на меня. Оп. Мимо. Пока. О, может, успеется свестись. На тебя. Ну, попало. Да. Я жду следующего. Иди дыши, если надо. Да я боюсь, сейчас пойду подышу, и она меня подышит. Ну да, так и есть. Угадал. Давай сюда. Мне кажется, она будет сводиться сейчас. Аллилуйя. Так, дали две ачивки, я думаю. О. Мы сделали, что надо. Она не сдохла там? О, она сдохла. Сдохла, кстати, да. Ух, подышать можно. А тут даже идти некуда. Ух, ё, ух, ё, ух, ё, ух, ё, ух, ё. О. Красота-то какая. Ты с нее что-то добыл? Да. Мясо и голову. Я 22 куска добыл с нее. Я 3 куска добыл.
И голову. Ну, голову обязательно повесим куда-нибудь. Повесим. Так, вот здесь есть выход. Тут можно даже эскалатором воспользоваться. И я делаю вид, что я плыву по эскалатору. О, болгарка нужна. Круповерты. Аккумуляторная, смотри-ка. Бери. Не Деволт, конечно. Но. Ну, Бах тоже слышал хорошее. О, чертеж ветряной турбины. Что и ключ это? От журавля. Че это? Расписание, видимо. Какой-то шизоид рисовал. Тут наверх. Ну, так, наверх, видимо, наверное. Сюда, да, сейчас. Надо посмотреть, что нету тут ничего. Вроде нету. О, тут что-то есть. Ну-ка. Пропустил. Да, это было. Да. Кто хороший этот сыщик? Шерлок Холмс? Почти. Так, тут что? Ничего интересного. Поэтому и так долго, короче, игра разрабатывалась. Они пытались убить босса. Для проверки. Тестировали. Да. Ты налево поплыл или направо? Наверное, разницы нет. А, по-моему, нету разницы, да. Дышалку сохраним. Фонарик сохраним. Держи дыхалку с молоту, да. Береги. Так. И мы вышли из другого прохода. И все, и можно, да? Вот туда... А, не, я не про него говорил, еще есть проходы. Нам еще одного ключа не хватало, кстати, насколько ну, я помню. Ну да, на кран. Сейчас мы что-то, видимо, да. Видимо сбросим. А, у тебя ключ появился? Да, мы ключ там подобрали. Рядом с ветряной турбиной. Такого. А, я не видел. Так. Пока дома изучу ветрогенератор. И выкину его. Угу. Потому что изучил. А я наверх поднимусь. Смотрю, что там интересного. Мне кажется, мы сейчас груз какой-то скинем. Хочешь, можешь снизу снять или сверху наоборот. Да, я сейчас сверху поднимусь тоже. Надо только вспомнить, как что, подниматься. Что, ты бегаешь быстрее, нет? Ну, это было бы странно. Опять коптерочка. Жалко, не открывается. А, точно не открывается. Да, точно. Я смотрел, если далеко полечу вниз. Но нет, повезло. Хотя еще на полметра вперед, и да. И высоко было бы. И что самое интересное, мы идем туда не ночью. Значит, хоть ну, что-то будет видно. Отлично. Так, где тут? О, тут как будто что-то... Вот тут нет. А, нет. Ой. Нагромнулся? Да. Молодец. Эскаватору улетел. А, ну значит, что не так высоко. О, я вижу наших птичек где-то отсюда. Да. Которые сидят у нас на самой высокой точке плота. Интересно, я попаду в нее? Зачем тебе убивать наших птичек? На мясо. Аж пропадет. О, почти, выше чуть-чуть. По-моему, наоборот, ниже надо было. Ей! Ну, с четвертого раза нормально. Полезай на кран, Синди. Лезу. Слушай, это этот груз, ты видел, что там за груз? Там это блоки. Шлакоблоки, ну, огромные. Видимо, он уронит и что-то сломает, не знаю. Слушай, либо... а можно же еще на стрелу подняться, мы туда не поднимались или поднимались? Ну, по-моему, нет. Реально, можно на стрелу подняться, тут есть. О, тут и поднять хаба. Предмет.
Готовый картофель. И записочка тут какая-то есть еще, которая под дождем не промокла. Чертеж. Видел? Чертеж? Электрогриль. У-у-у. Ура. Может, мы провода... Ну, хотя проводов, по-моему, не было, но... О, пропустил кое-что. Что там еще что-то было? Да. Ну, я просто тебе оставил. А, спасибо. Да исследовать. Мне просто... Хотя нет, есть куда. Я так и подумал. Проводом можно ходить? Нет, нельзя. Так, болты, стекло, шарниры. Ой, как нырнуть можно. Дверц, кстати. Да. Кумайка. Это и есть маяк. Прикол. Что ты, да. Не лезешь уже? Да, слишком калорийная пища. О, слушай, хочешь челлендж? Ну, перейти туда? Пройти по стреле. Провалено. А я еще не начал. Только я пытался запрыгнуть. Я понял. Не, ну так вот поверху, конечно, ты по вот этим давай, по зигзагам. А теперь еще аккуратно упасть и не разбиться, да? Ну, кстати, я буду падать прямо на второе здание ровно, если с конца стрелы. Ну, я бы имел в виду в этот упасть. На груз. Ну, кстати, можно попробовать. Хочешь, я спрыгну? Ну, прыгни, просто я боюсь, если ты сейчас умрешь, то я не смогу тебя вытащить. То есть ты, конечно, вместе с грузом не свалишься. Он над водой. Ну, это понятно, что он над водой. Опа. О, живой? Видишь, я где? Вижу. Так. О, нормально, я на грузе. И что там есть? Чё, шлакоблоки просто. Клёво. Тогда я сейчас тебя пущу. Сейчас, погоди, давай я посмотрю, куда вообще я могу спрыгнуть, чтобы безопасно. В воду. Сейчас над водой. Ну да, я над водой. Ну и поехали. А, ну был бы над водой. Над водой остался. Ебать. Ямаха. Да, красиво. Так а зачем? Ну, я... Ты теперь на зиплайне можешь подняться. Ну да. И мне тоже, походу, придется туда лезть. По-видимому, да. Потому что входов я не вижу. Ну ладно, чё. А плаваем с акулкой. Так. И, конечно, темнеть начало, да. Так, тут у нас чего? Тут у нас ничего. Все завалило. Слушай, как удобно, когда поставил на кнопки мыши ходьбу вперед и прыжок. Я сейчас поднимаюсь одной рукой. Улучшенная батарейка. Темперанце. Добавлена новая заметка. Темперанце 6646. А я и не видел, кстати, ничего. Заметки. Субтитров не было. Ну, да, на мне просто высветилась, что новая заметка. Да я и 6646 не увидел. А это в заметку надо лезть, чтобы увидеть 6646. А, понятно. Так. Тут, возможно, тебе и не надо даже идти. Если да, тебе я влом. Я сейчас уже тоже об этом думаю. Если тут, конечно, что-то домой есть, но похоже тут... Да, тут вот выход просто. Дальше и все. Улучшенные батарейки я собрал. Чертежик. Пойду акулу повешу. Так, как там доски для трофеев? Самую большую возьму. Я тут пока плыву и углеводами закидываюсь. Слушай, а мясо Ау. Для акулы мы просто готовим или у нас рецепт есть? У нас есть рецепты просто. Тут по желанию. Я не помню. Я не вижу, где рецепт. Вот. Ужин из акулы. Ужин из акулы. Ага.
Там водоросли единственные нужны, а их не так много. А, я бы на самом деле, бы, возможно, занялся улучшением кухни. Возможно, ее надо расширить нам все-таки на пару блоков, чтобы электрогрили поставить. И, возможно, нормальный большой шкаф тоже. У меня один кусочек акулы. Зато у меня тут. Я еще 20 сейчас сюда куда-нибудь положу. Ни хрена себе. Че? Слушай, ты бы видел этот... Сейчас я тебе покажу акулу. Отойди, пожалуйста. Не могу поставить. Вот, могу поставить. Ну, достойно выглядит. Да. Поставь себе в комнату. Ага, у меня не такая большая комната. Вот я же говорю, надо улучшать. Пусть там побудет. Ты мясо кинул? Зачем ты туда-то кинул? А ты там еще 20 можешь найти. Ага. Все, нашел. Перепаниковал, извините. Так, посмотрим, что там за улучшенные батарейки. Из титана, небось. Ну, давай смотреть, что искусного нам дали. Зарядное устройство. Но тут титан требуется и 4 микросхемы. Как раз тут 4 микросхемы есть. А муха, чё ж вы все такие огромные-то стали? Ого, на 4 аккумулятора, ну прикинь. Круто, круто. Так, улучшенная микросхема у этой батареи. Слушай, ну да, 4 титановых слитка. Охренеть, вы чё, с ума сошли? Это ж редкость такая. Ну вот я, думаю, пока сделаю. Так. Поставлю нашим питомцам, чтобы было чё. Вот эти титан, короче, за деньги надо покупать, я так думаю. Это будет выгоднее всего. Потому что иначе его надо находить с помощью металлоискателя. Тут вообще, тут что-то как-то молчишь. Только жрешь втихаря. Ну, если что, уже зарядилась. Так, окей, значит, можно туда переносить батареи. Вот это заменим, вот тут вот. Так, у нас 3 вроде батареи только на базе. Сейчас выясним, чем не так. Я все равно на паузу поставил. 40 минут. Так. Ну смотри, прям офигенно. Теперь под все будет хватать. Батареечки можно заряжать, балдеж. Да. Экономно при этом. Можно еще этот электрогриль поставить. Да, надо обязательно сейчас делать. Посмотреть, что он все там делается, кстати. Пока не знаю. В еде, наверное.
Вот, да. Грили. Дорогой. Да, титан последним будет. Ну окей, чё. Я не уверен, что он поместится. Он не поместится. Короче, надо будет между сериями где-то заняться и, короче, кухню переоборудовать, увеличить ее. Пока сюда. Надо ж посмотреть. На кухоньке маловато места уже. А ты сюда не пробовал воткнуть? Вот я за место него и пытался. Но тут что-то, видимо, и полочки, и прочее. Короче, надо просто плот теперь увеличить чуть-чуть. Буквально, возможно, на один, а то и два. Две клетки, и все. В одну сторону и на одну-две клетки в бок еще. И будет, я думаю, хватит нам до конца. Так, ну тогда не знаю, давай на этом серию, думаю, закончим, потому что логично, до логического конца мы дошли, теперь нам нужно просто плыть дальше. А пока тут похимичим. Вот так. На этом все тогда. Лайкайте, комментируйте, подписывайтесь. С вами был Селлерс и Алекс Драга. Всем пока. Не залезу на рояль. Увы.